добрый вечер. С вами Курграмм на радио Регресс. Это значит, что в ближайший час мы будем вам ставить альтернативную музыку различных жанров. С вами я, Антоха, Нака. Привет всем. Рома. Да, всем привет, друзья, рад слышать. И наш новый ведущий Саша. Добрый вечер. Отлично, начнем ставить музыку прямо сейчас. Погнали. Курграмм на связи. Для вас играла композиция под названием The Fittest команды Hatebreed. Hatebreed – это американская хардкор-команда, образованная в 1994 году. Прям старички хардкора. Выпустили аж 9 альбомов, являются знаковой группой в жанре. У вокалиста Джейми Джаста есть также сольный проект Джаста. Также он записал множество совместных треков с другими командами. Причем эта группа единственная в жанре номинировалась на Грэмми за саундтрек в фильме Трикса. Круто же, правда? Да, ну, Трикса — отличная тема. Как бы я помню, каким горячим был Вин Дизель в этом фильме. Просто горячее, чем вся группа Hatebreed. Ну, на самом деле, мне больше нравился оттуда антигерой. Не помню, как его зовут, вот этот русский мафиозо. Тоже очень достаточно харизматичный чувак. Я не смотрела ни одного фильма этой франшизы. А, кстати, антигерои чаще всего самые харизматичные получаются. Вот. Ну да. Да. Например, какие еще примеры антигероев харизматичных приведешь мне, Роман? Можно я за Романа? Джокер, конечно же.
Ну, Джокер, да. Но он что-то как-то не метальный. Причем учитывая, что тебе именно метальных надо? Да нет, любых. Понятно. Я просто вспоминаю, как начинался фильм «Три икса», там сразу же играла песенка Рамштайн, вот этот вот «Бэнк-бэнк». Это очень прикольно, прям. Прям очень сильно заводит. Да-да-да. Так, я думаю, нужно... Прям напрягаю извилины. И слышен скрип, точнее, подложка заглушает скрип извилин ведущих. Нет, я думаю, наши извилины в порядке, и пора поставить новый трек. На очереди для вас будет играть Heaven Shall Burn с треком Valhalla. Погнали! The king will come.
siblings. What you ever forgot me, Valhalla? Deliverance. What you ever forgot me, Valhalla? Deliverance. What you ever forgot me, Valhalla? Deliverance. What you ever forgot me, Valhalla? Хорграм на Регресс Радио. Heaven Shall Burn в переводе означает «Рай сгорит». Несмотря на это, группа взяла на самом деле это имя из у Death Metal команды Marduk. Эта группа играет True Metalcore, и она из Германии. В своих треках они сочетают агрессивное звучание с лирикой, в которой поддерживают антирасизм. Также интересный факт, что все участники группы веганы. Данный трек – это кавер на песню одной из самых известных power metal команд Blind Guardian. И вот... Тоже немцев, кстати. Да. Да, кстати, как вы вообще относитесь к тому, что делают каверы? Ну, как правило, кавер всегда хуже оригинала. Я вот не понимаю, зачем этим занимаются команды. Мне кажется, что лучше бы они создали новый трек и оставили его в истории группы, нежели попытались повторить опыт других. Слушай, ну, есть прикольные каверы. Но есть же, ну, типа, исключения во всяком случае. Как минимум, вот, допустим, взять The Killers со своим кавером на Joy Division, на Shadow Play. Он, я не скажу, что он лучше оригинала, но во всяком случае он не хуже. Опять же, есть Infant Annihilator, которые сделали кавер на Bring Off, и тоже отличный кавер. И вот, вот это случай, когда кавер лучше, чем сам оригинал. Вы не находите? Я не слышал, если честно, Ром. Ни то, ни тоже. Другое. Pray for Plagiars, я очень рекомендую. Как бы чисто из описания, чисто зная, что играет одна команда и что другая... Звучит пугающе. Не, ну, например, пугающе. Вот этот трек мне больше нравится, чем оригинал. Вот, я могу объяснить, почему. Мне тоже, кстати. Вот, потому что, как бы, power metal — это какие-то песенки про феечек, еще что-то, исполнение составляющее. Трек называется «Вальгалла», это значит «Викинги», это должна быть агрессия. Вот, мне кажется, эта группа привнесла как раз агрессии, которой не хватало оригиналу. И при этом все звучит гораздо быстрее, несмотря на то, что power, он, как бы, должен быть быстрым, а металкор... Ну, конечно, тоже быстрый, но он прям тяжелее и прям звучит как-то более масштабно и интересно, как мне кажется. Кстати, у нас есть чат. Нам что-то пишут в нем? Чатик у нас сегодня очень застенчивый, но при этом очень вежливый. С нами поздоровались товарищи Infrared и Некроповар, поэтому мы им передаем приветы. И да. Напоминаем о том, что всем остальным тоже можно писать. Вот, делитесь своими любимыми каверами. Есть же наверняка у вас вещи, которые вы считаете, что кавер лучше, чем оригинал. Ну и вообще, пишите, какой, что вам лучше, Power или Metalcore. Определенно Metalcore. Еще я хотел сказать, что считаю, вот парень, который с нами поздоровался в чате, Некроповар, просто я обязан это сказать. Дружище, у тебя супер крутой никнейм. Некроповар, боже, как ты до этого додумался? Кого он, по-моему, готовишь? Кстати, реально Чьи профессиональный. Он, кстати, по-моему, профессиональный повар, действительно, насколько я помню. Вот. Может, он нам сейчас поведает более подробно об этом. Некроповар, а какое твое любимое блюдо? Какое блюдо ты любишь готовить больше всех? И под какую музыку, уточни? Да-да-да, вот мне кажется, сейчас, мне кажется, сейчас, кстати, будет отличный трек для некроповара. Вот как раз, чтобы приготовить какой-нибудь салатик. Погнали! Self-destain. Where's our strength for when the fate us? For what reasons?
Для вас играл свежий трек группы Walking Dead on Broadway. У них как раз недавно вышел альбом, а именно 28 сентября. И это первая пластинка с их новым вокалистом Нильсом Ригбером. На нее вошло целых 12 новых треков, и я написал для эфира кратенькую рецензию, которую бы хотелось вам именно зачитать. Мне кажется, что дедкор нынче является очень однообразным жанром, и поэтому, чтобы выделиться группам, нужно очень постараться, чтобы запомниться, да и сделать вообще качественный материал. Потому что есть сотни одинаковых совершенно композиций, и вот мне кажется, что у этих парней это прям получилось. Потому что помимо дедкора они еще замешали и модерн метал, что сделало их музыку более мелодичной. А также у них нет этого раздражающего пиксквилла, которым так, блин, постоянно, который постоянно используется в данном жанре, вот этот вот синячий визг какой-то, у них скорее это гутерал вокал, и мне как бы это очень зашло. Мне кажется, с моим мнением кто-то может согласиться, кто-то нет. Как вы, ребята, вообще к этой музыке, к данному треку, да и вообще к группе относитесь? Ну, я, во-первых, с тобой не соглашусь. Я не считаю, что у команды получилось выделиться. На мой взгляд, вообще совершенно неинтересный альбом. Ну, как с технической точки зрения, так и по текстам, по подаче, по атмосфере. Все, я уже это слышала, наверное, раз 1000. Ну, ты знаешь, я, наверное, думаю, что у них не было цели выделиться. Они как раз хотели сделать качественный дедкор. Ну, собственно, в этом... Я тоже думаю, что ничего особенного. И, в принципе, вот единственное, с чем я соглашусь с Антоном, что жанр себя исчерпал. Потому что, ну, вот последняя команда такая на моей памяти, которая в этом жанре мал-мал выстрелила из кассовых, скажем, из топовых банд. Так. Так, и у нас кто-то пропал в очередной раз. Интересно, что это за топовая команда? Наверное, он имел в виду Chelsea Green, да, Ром? Нет, нет, не Chelsea Green. Ty Artist Murder, привет, я снова с вами. Вот. Я считаю, что вот они, наверное, последние, кто в этом жанре выстрелили так с интересным альбомом еще в 2012 году, а больше именно...
У Ромы какие-то дурацкие проблемы с эфиром. Да, я вернулся. Вы на чем я остановился? Напомните мне, пожалуйста. На Tired Is Murder 2012 года. А, вот, и больше в этом жанре я ни на что не натыкался, интересно. То есть были какие-то, знаете, композиции по крупицам, там что-то из даунтемпа дедкора, что-то там из Блейкинеда, но в целом, в общем и целом, как бы, ну, ничего хорошего не случалось, за редчайшим исключением, и то эти банды мало есть. Ну, я на самом деле с вами опять же не соглашусь, потому что, блин, этот альбом у меня не уходит из моего плеера уже достаточно, блин, как он только вышел, его только и слушаю. Такого обычно с дедкором вообще не случается, а здесь меня что-то как прорвало. Ребята, вот может быть кто-то из чата слушал данный альбом, напишите нам, пожалуйста, мы пока поставим вам еще музла. На этот раз это будет Годжира с треком «Сильвера». Итак, для вас звучала композиция «Сильвера» группы «Годжира». «Годжира» — это металлисты из Франции. Группа основана в 1996 году двумя братьями. Один из них, Джо Дюплантье, играет на гитаре, является вокалистом группы, и Марио Дюплантье, он ударник. До 2001 года группа носила гордое название под названием «Годзилла» в честь японского монстра, как вы все уже поняли.
Интересный факт, то что за все время существования в группе не было ни одного изменения в составе. Это же просто редкость. Такое практически никогда еще не случалось. Группа известна своими текстами, освещающими проблемы окружающей среды. И такие гринписовцы от металла. Интересный факт, в честь них был назван одно из судов-перехватчиков, которое занимается защитой морской фауны. Годжира была номинирована на две премии Грэмми в 2016 году, альбом Магма был номинирован на лучший рок-альбом, а прослушанная вами композиция Сильвера на лучшее метал-исполнение. Ребятки, как вам эта группа? Ну, группа отличная. Вот как раз с тобой соглашусь, что группа, в отличие от предыдущих, очень интересная и технически, и не только технически. Чатик, как вам Годжирка? Скажите, пожалуйста, напишите нам ваше мнение. Вы когда-нибудь пробовали одеваться и одновременно вести эфир? Это такой интересный экспириенс, скажу я вам. А что по части Годжиры, вот, кстати, я думаю, что лучше бы они назывались Годзилла. Годзилла гораздо круче, чем Годжира. Нет? Все любят Годзиллу. Нет, я не люблю Годзиллу. Да как можно не любить Годзиллу? Годзилла — это самый крутой динозавр. Это так же круто, как мыши-рокеры с Марса, в конце концов. Мыши-рокеры с Марса крутые, а вот Годзилла нет. Еще крутой этот, как гриндайзер, это вообще просто нечто. Вот если среди японских всяких мультиков, там, фильмов и так далее, я выберу гриндайзера. Вот как-то так. Или трансформеров японских. Слушай, я как бы не фанат японского конкретно контента, о чем я однажды уже говорил. Я просто помню Годзиллу по мультсериалу, который был в детстве на видеокассете. И, пожалуй, это вообще было лучшее время, которое я проводил перед телевизором совсем юным. А мне нравились «Черепашки-ниндзя». Не, «Черепашки-ниндзя» тоже крутые, но я помню еще, знаешь, там заставка такая была, типа, какой-то Бруклинский мост в Нью-Йорке, и там, типа, лапа этой Годзиллы пролетает такая мультяшная, у меня просто аж сердце замирало. Вот вам, кстати, антигерой, который мы пытались найти из примеров. Вот, да, а еще вот по части антигероев я, знаете, кого вспомнил? Персонажа серии GTA. Вот это самые харизматичные антигерои, наверное, которые могут быть. Вот этих ребят я очень обожаю. Особенно из последней GTA есть Тревор. Знаете такого? Да, конечно. Ну, Тревор вот этот вот немножко бомжоватый тип сумасшедший, который еще использовал Windows Phone. Вообще убийца. Ну, а кто еще может пользоваться Windows Phone, в конце концов, друг мой? Ну, блин, да, только такие отморозки. Вот, вы заметили, как мы плавно переключились от обсуждения Годжиры к обсуждению мобильных технологий? И не только мобильных технологий, мы еще опять вернулись к компьютерным играм. Видимо, да, это какой-то этот наш... Антигерои, Годзиллы. Кстати, а что, вот, Антон, я вот теперь знаю, какие мультики ты любил в детстве. Отвратительные. Саша, что с тобой? Ну, что с тобой? Я очень любила «Черепашек-ниндзя», однозначно. О, да, ты крутая. Начнем с этого, давай дальше. Я тоже говорил про «Черепашек-ниндзя». Почему ты сказал, что он фиговый? Я не говорил, что «Черепашки-ниндзя» фиговые. Что ты в конце концов? Я говорил, что они, безусловно, крутые. Но, может быть, кто-нибудь еще? Кто-нибудь помнит вообще крутые мультфильмы? «Мыши-рокеры с Марса». Я помню, еще мультик выходил по Mortal Kombat. Это тоже был отличный мультик. И вообще, я очень помните, люблю помните, был гриффинов. Такой мультик в 3D-шке, отрисованный, про внутренности компьютера. Блин, не помню, как он называется. Фиксики? Фиксики? Черт возьми. Как можно не любить фиксиков, кстати? Мне вот очень нравятся фиксики. Бодрая тема. Я с ними пока еще, слава богу, не знакома, но зато я уже знакома со свинкой Пеппой. О, вот это тоже мое любимое. Я на самом деле, знаете, очень часто, как провожу утро, когда я включаю мультики по телевизору, это не мультики на канале 2x2, это мультики на ТНТ или мультики на канале Дисней. И, короче, смотрю их. И чувствую себя просто отлично в этот момент. Ты прям настоящий корщик, Рома. Да. Прям брутал. Да, это очень метально. Вообще, капец. На-ка, расскажи нам, пожалуйста, у нас чатик сейчас активный, что там пишут вообще? Да, нам, во-первых, там, вот мы тогда, когда общались про крутого некроповара, нам Инфраред написал, что, наверное, ему нравится человечатина под сливочным соусом.
А сам некроповар пояснил, что он профессиональный повар уже 7 лет, готовит Азию, но при этом умел и ну, было дело техасской и бельгийской кухни занимался. Нифига себе, я не знала, что в Бельгии собственная кухня. Ну вот, говорит, под работу очень заходит Dillinger Escape Plan, либо Fit for a King. А я вот что-то этот... Я вот не знал, что есть техасская кухня какая-то отдельная. Я знал, что они конченые психи, готовы расстрелять друг друга в любой момент в этом Техасе. Но что у них кухня своя, вот это нонсенс. Дикий Запад, эх. Это типа полуамериканская, полумексиканская, там всякие тако и бургеры. Выстрелы из револьвера. Да. Отлично. И Библия. И Библия обязательно, именем Господа Бога нашего. А что у нас это? Именем Господа? Давайте послушаем следующий трек, как считаете? Да, давайте, самое время. Погнали. Да. На Регресс Радио.
для вас играл мой свежайший трек группы Architects под названием Royal Beggars. А теперь для вас новая рубрика, предстоящие ивенты с Накой. Нака, рассказывай. Ну, я, пожалуй, начну все-таки не с ивентов, а с релизов. Раз уж мы начали про Architects, я думаю, стоит упомянуть, что у них 9 ноября выходит новый альбом, вот с которого вот этот вот трек, собственно, и есть. Альбом называется Holy Hell. И, ну, судя по тому, что они уже понавыпускали к нему, это будет пушка. Вот. И в тот же день еще также выпускает, ну, я напомню, 9 ноября выпускает новую пластинку под названием Victim of the New Disease, выпускает группа All That Remains. Вот. Ну, а если чуть-чуть пораньше мы посмотрим, какие релизы, то 26 октября будет пластинка Geist от группы The Browning. Если наши слушатели постоянно помнят, мы их ставили, по-моему, на прошлой неделе как раз. Вот. Ну и по ивентам. 6 октября в Питере в Авроре клубе и 7 в Москве в клубе Red играет Dear and Grey. Это японцы, J-Rock играют. Вот. Потом 13 октября в Москве в Реде, 12-го в Питере в зале ожидания играет Содом. Это гиганты трэш-металла. Вот. 14 октября в Москве в главклубе и 15 октября в Питере в зале ожидания Атила. Это мошкор. Это уже чуть ближе, чем Содом к нашему репертуару. Может, кстати, в следующей программе их и поставим, кстати. Да, обязательно поставим. Еще я хотел сказать спасибо Спике за этот замечательный привоз. Атила первый раз вообще посетит Москву и Украину. Это вообще круто. Вот. Ну и товарищи наши в чатике, рассказывайте, на какие из этих концертов вы хотите пойти, а может, на какие-то другие. Вот. А тем временем нам в чатике, кстати, еще раз пояснили за кухню. Вот в бельгийской кухне, оказывается, преобладает лук-порей, сливки и мидии. И по факту все это очень плотно переплетено с алкоголем. А техасская кухня – это ребра, стейки и фасоль. Ну, собственно говоря, примерно как я и сказала. То есть это американская плюс мексиканская. Вот. А еще, кстати, товарищ Инфрарэд поддерживает Рому и говорит, что фиксики мульт всех времен. Вот. Ну и хвалит Гаджиру, тоже ему очень нравится она. А я заблудился на парковке, короче. Спасибо, Вова, мне очень нужна твоя поддержка прямо сейчас. Супер. А теперь, наверное, послушаем еще новый трек. На этот раз это будет трек «Левиафан» от группы «Монумент». Альбом, кстати, вышел совсем недавно, буквально вчера. Так что супер свежак для вас. Погнали! Make you choose you. There's something evil.
вами Корграм на Регресс Радио. Ребята, вот только мне вот этот вот трек чем-то напомнил Майкла Джексона. Как вы считаете? Ну, просто вокал есть такой. Такое? Ну, вокальная мелодия, ну и сам голос такой. Ну как, мы считай, все тут привыкли к более такому жесткому какому-то звучанию, да? Они у нас в плейлисте сегодня, пожалуй, самые мелодичные вышли. Это да, но мне прямо захотелось лунную походочку зафигачить под эту музыку. Немножко прибрутальную еще козу показать, либо кулак. Не знаю, прям что-то да, такое. Да, заиграла песня, и сразу вокруг появилась подтанцовка. Вот эти, знаете, бродячие зомби, как у Джексона в клипе этом. Да-да-да, нечто похожее вообще было. Слушайте, а вот, кстати, возвращаясь к теме коверов, на Майкла Джексона же куча крутых коверов, всяких разных стилей именно. Ну, вот, в рамках, скажем, кор-музыки, рок-музыки, опять же. Как считаете? Да, но в Гат и Пау очень много слышал всяких этих, блин. Не, ну, самый известный, конечно же, на него кавер, это этот Smooth Criminal, Alien and Home. Да, я только что его вспомнил, да. Так опять же, как судить, что значит хорошее, лучшее? Как ты оцениваешь это? Какие критерии? Ну, он не то, что лучше, он просто классно звучит. То есть он звучит не то, чтобы не хуже оригинала, ну, не то, чтобы хуже оригинала. То есть, ну, он, в принципе, звучит по-другому, но очень похоже, очень классно. Мне кажется, мне даже больше такое настроение нравится. Главное, трека, что не натянуто, да. Что вот. Некоторые кавера, там, люди слишком сильно... Напрягаются? Да, вот они сильно напрягаются, чтобы там, чтобы. Или чтобы было похоже, или наоборот, чтобы было не похоже. А вот когда вот соблюден вот этот вот баланс между и похоже на оригинал, и при этом самобытно, и вот это вот тогда это круто. Да, да. Ну, мне тоже очень нравится именно эта версия. А вот, трека. Кстати, опять же, по части всяких прогрессивных штук и Майкла Джексона, у группы Периферии есть очень кайфовые каверы на Майкла Джексона. Вот, но они мне нравятся меньше, чем кавер группы Alien and Farm, конечно. Ну, Alien and Farm это прям такой олдскул уже, наверное, альтернативный. Да, его еще, по-моему, в школе я смотрела по MTV. Вот, да, кстати, кто-нибудь кроме этого трека, кто-то кроме этого трека что-то у них слышал? Нет, собственно. Что-то стало известно? Мы недавно с мужем на Ютубе их откопали какой-то лайвник, что-то послушали. По-моему, там и это была композа, и какие-то их. Но что-то ничего больше не запомнилось. Ну, вот, а я лично пытался их слушать, по правде. У меня были какие-то три альбома, но я так понял, что это реально группа одного кавера. И все, вот, бывает. Группа такое. Одного хита и то чужого. Да. Не, ну они работали, как бы. Ну, нет, мне очень нравится клип. Я все равно считаю, что кавер это, знаете, от отсутствия собственных идей. Паразитирование на чужом творчестве. Да, и сделать. Есть такая точка зрения. Пытаться что-то сделать свое, ну это уже не свое. Ну слушай, на самом деле еще вот каверы это отличное начало для своей группы. То есть у вас нету своего материала, вы берете, репаете чужие композиции. Почему бы нет? Если у вас нет своего материала, я говорю всегда, если у вас нет идеи, значит зачем? Зачем вообще что-то начинать? Зачем заниматься музыкой? Для того, чтобы научиться играть на гитаре, банально. Ты же берешь гитару в руки, ты не умеешь играть, и вот ты играешь чужие композиции. Такие каверы, это уже явно не ради обучения делаются. Они делаются именно конкретно, вот как это, для самовыражения, для, может, расширения аудитории как-то. Начинать нужно с идеи в любом случае, поэтому если у вас нет идей, а есть просто чьи-то идеи, и вы пытаетесь их исполнить, ну... Можно, да, действительно, на этом научиться, там, технику как-то свою выработать, но не более. Саша, ты слишком категорично к каверам. Как всегда. Бывает. А вот еще, кстати, по теме каверов, есть же целые кавер-команды, вот я вспомнил, пока с вами беседовали, вспомнил такую историю, что есть группа, которая называется «Биталика». Биталика, и они переигрывают песни Beatles на манер Metallica, соответственно.
там, да, там такой сплав получается. Я их какое-то время слушала. Ну, они угарные такие, да. А мне сейчас вспомнилось, знаете, что есть тоже более современные товарищи. Европейская группа Exit Eden. Они перепевают разные, ну, в общем-то, попсовые хиты. Там Риану, кого там еще? Господи. По-моему, Бонни Тайлер еще там была, или как ее. В общем, они скорее, знаете, такой тоже вот как раз пауэр, там 4 вокалистки или 3. И вот они все в разными манерами поют, и, ну, выходит классно. А первый альбом Апокалиптики исключительно каверы на Металлику, а еще у Ванилы Скай. Первые два, возможно. А еще у команды под названием Ванила Скай тоже есть классный кавер на Риану. Вот ты помнила? Я тоже вспомнил. Амбрелла, вот этот... есть. Winnie Given Day тоже есть каверы. Можно, кстати, зафигачить даже целую передачу со сборником каверов разных клевых метальных. Ну, Саша будет явно против. Да, точно. Вот. Кстати, да, я напоминаю чатику, многоуважаемому чатику, что скидывайте свои любимые метальные там корные какие-то кавера. Может, мы правда с них составим потом отдельную передачу, будет интересно. Да. Отличная идея. Плюсую. О, я тут заглянул в чатик и вижу, что нам... Радио Тапок. Да, есть же группа наша, Радио Тапок, которая также скрещивает некоторые треки между собой, причем они их на русском еще фигачат, переводят. А вот еще Некроповер нам напомнил кавер на Hurt от Джонни Кэша. Mm-hmm. Надо похвалить Некроповара сегодня за активность. Он просто красавчик. Да, как дружище, раз. Вот мы шлем тебе сердечки, если что. Да, Некроповар также писал нам, что он любит Fit for a King. Я их тоже люблю, и поэтому решил поставить композицию их прямо сейчас. Погнали. Every day is another one. We live inside in a hopeless world. Let it waste in the innocent. With no regret, I'm sick of it. Every day is another one. We live and die in a hopeless world.
на Регресс Радио. Для вас сыграл мой любимый трек от группы Fit for a King под названием Pissed Off. Он вошел в предпоследний альбом, но несмотря на это он до сих пор, блин, крутится у меня каждое утро. Отличный способ, чтобы проснуться и попытаться никого не убить, а просто всю агрессию выплеснуть в музыку. Я думаю, ребята поддерживают меня. Что там пишут в чате, Нак? Ну вот Инфраред как раз пишет, что последние два альбома заслушал до дыр. И Некроповар тоже одобряет, говорит, ух, отлично. Крутяк. Вообще супер. Но у нас скоро уже подходит время к концу, поэтому мы, наверное, начнем прощаться с вами. Надеюсь, что вам понравился этот эфир. Делитесь своими впечатлениями. Каверы кидайте, что-то все это стесняются. Да, помогите нам собрать следующий эфир, народ. Собирались и кинули каверы в чат. Да. Давайте все попрощаемся. Не знаю, по очереди или все вместе. Погнали. Да, пока, всем пока. Доброго вечера. Да, с вами сейчас будет... Что у нас, Take This Life там? Да, In Flames, Take This Life. Заключительный трек. Классика МДМа. Да, классика МДМа. Жалко, что они сейчас записывают какую-то непонятную дрянь. Плохо себя ведут, но что поделать. Ладно, давайте слушать трек. Да, погнали.